прокуратуре Чувашии прошел брифинг. Журналистам рассказали о работе ведомства по поддержанию государственного обвинения в судах. Судами Чувашии за 7 месяцев этого года рассмотрено более 3500 уголовных дел с участием прокуроров. Почти 70% уголовных дел рассмотрено судами в особом порядке, без исследований имеющихся в деле доказательств. Особое внимание городские и районные прокуроры уделяют вопросу поддержания государственного обвинения. За 7 месяцев было поддержано обвинение по 11% уголовных дел. Где-то лет 5-6 назад у нас было большое количество оправдательных приговоров. В 2013 году 32. Потом шло на снижение 25, 18, 17. А последние годы не более 5 лиц. Ну, то есть, может быть, в том году было 2 дела в отношении 3 лиц всего оправдательных. Были у нас года, когда у нас было всего 2 оправдательных приговора. Много это или мало? Для нас каждый оправдательный приговор – это, скажем так, негатив. Почему выносятся оправдательные приговора в первую очередь? Это в связи с тем, что суд считает недостаточным, да, было собрано доказательств в ходе предварительного следствия. По представлениям прокуроров отменено 8 оправдательных приговоров в отношении 9 лиц, из которых 7 с направлением дел на новое судебное рассмотрение. По одному делу проводится дополнительное расследование.